Мы любим говорить расхожую фразу «зима снова пришла неожиданно». Однако частенько так говорят, имея в виду заторы на дорогах и гололедицу, которые приходят после обильных снегопадов. Неделя остается до декабря, и с большой натяжкой можно назвать последние два дня настоящей зимой. Однако легкий минус и небольшой снег все-таки напоминают нам о том, что мы живем практически в северной стране. И чтобы не говорила энергичная Грета Тунберг про глобальное потепление, мы должны быть готовы, что на месяц-два в Эстонию может прийти настоящая суровая зима. Готовы к этому должны быть и все коммунальные службы, для которых последние два дня стали генеральной репетицией стремительно приближающихся холодов. Около 87 единиц уборочной техники вышли вечером и ночью на уборку дорог Таллина. Это договорные партнеры коммунального департамента. К ним можно прибавить и договорных партнеров районов Таллина еще около полусотни машин. К утру дороги были убраны и обработаны, уборка тротуаров еще продолжалась днем. Куда складировать снег и сколько соли использовать на разных участках – все это требует навыков, пока в ходе в колею. 3 миллиметра осадков, выпавшие к сегодняшнему утру в Таллине, это не те объемы, которые могли бы парализовать столицу. К тому же с приходом дня температура стала плюсовой. Таким образом, основные объемы снега и льда остались не на проезжей части, а на тротуарах. Их уборка оказалась несложной задачей для столичных дворников, которые накануне получили и большие объемы гранитной крошки от районных управ города. Если говорить об уборке основных шоссе и внутриквартальных дорог, то город находится в постоянном контакте с фирмами, которые заняты уборкой. Здесь сбоев быть не должно, и в этом мы должны убедиться уже со следующим активным снегопадом. Что касается улиц и парковки, скажем, в старом городе, то первый снегопад вновь оголил и традиционные проблемы в сердце Таллина. Старый город – непростой участок. В ночное время здесь резко возрастает число припаркованных автомобилей. Уже несколько лет мы не используем систему «парные дни» чистится одна сторона улицы, непарные – другая. Мы решили убирать парковочные места, когда машина уезжает. Да, работы больше, но жильцы исторического Таллина довольны этой схемой. Конечно, когда осадков слишком много, вводим особый порядок парковки. Тут ничего не поделать. Голосование по составу нового кабинета таллинского городского правительства пройдет уже в будущий четверг. Куратора коммунального хозяйства Калле Кландорфа в нем должен сменить Владимир Свет. Возможно, ему удастся решить вопрос о том, чтобы систематизировать уборку снега в городе и синхронизировать работу коммунальных служб так, чтобы не было никаких пробелов в уборке. Цена вопроса передачи уборки всех тротуаров, в том числе и у многоквартирных домов, в ведение коммунальных служб города – 20 миллионов евро. Будет ли достигнут политический консенсус в этом вопросе, покажет время. Илья Бань, Петер Юлавайн, новости Таллина.